Вы смотрите видео об отеле Anantara Valley Maldives. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Anantara Valley Maldives расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 20 километров от аэропорта Г. Мале, на острове Дегуфинул у южного Мале атолла, в непосредственной близости от отеля Anantara Thiq Resort & Spa. Территория гостиницы занимает 280 на 120 квадратных метров. Отель высокого класса расположен на острове Валиганда-Хараа, южный Мале атолл. Трансфер от международного аэропорта до отеля осуществляется на скоростном катере, 35 минут. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 1 бар, 1 открытый бассейн, 1 теннисный корт с жестким покрытием, за пределами отеля в Anantara Thiq, спа-центр, услуги врача, прачечная, обслуживание номеров, DVD-ТК, библиотека, интернет-кафе бесплатно, Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ и ванна, фен, телефон, CD-DVD-проигрыватель, iPod-станция, утюг и гладильная доска, набор для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, терраса, ламинат, подключение к интернету Wi-Fi бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из 36 over water bungalows, 62 квадратных метра спальня с гостиной зоной, терраса, зона отдыха, обеденная зона, ванная комната, душ, ванна, прямой спуск в лагуну, максимум 2 человек. 14 deluxe over water bungalows, 92 квадратных метра спальня с гостиной зоной, просторная гардеробная, ванная комната, душ, ванна, терраса, зона отдыха, обеденная зона, прямой спуск в лагуну, максимум 2 человек. 7 Ocean Pool Bungalows, 125 квадратных метров. Спальня с гостиной зоной, просторная ванная комната закрытого типа, душ, ванна, терраса, зона отдыха, обеденная зона, бассейн, максимум 2 человек. Бунгало расположено на пляже, у кромки океана, на возвышении, максимальная приватность, нет прямого доступа в океан. 10 Deluxe Overwater Pool Bungalows, 125 квадратных метров. Спальня с гостиной зоной, просторная ванная комната закрытого типа с панорамным видом на океан, душ, ванна, терраса, зона отдыха, обеденная зона, бассейн, максимум 2 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть возможно проведение свадебных церемоний, фитнес-центр, йога и сеансы медитации на пляже, теннисный корт, бадминтон, волейбол, настольный теннис, настольные игры, дайвинг, снорклинг, каяки, катамаран, серфинг, кайтсерфинг, парашют, водный мотоцикл, глубоководная рыбалка, экскурсии, вечерние круизы, прокат яхт. Также бесплатно доступны фитнес-центр, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, бильярд, бадминтон, пляжный волейбол, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется сауна, джакузи, массаж, уроки тенниса, дайвинг, водные лыжи с лицензией, серфинг с лицензией, водный мотоцикл, каноэ, катамаран. Для детей есть мини-клуб в отеле Anantara Thiq Resort & Spa, возраст 3-11 лет. Услуги няни платно. Детское меню. В ресторане – детское кресло. Развлекательные программы. Песчаный. Год постройки гостиницы – 2008. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.